Прямо сейчас Леонид Каневский. Это дело оказалось по-настоящему крепким орешком. И дерзкое ограбление банка. 1200 возьмем, не меньше. Пятачок, иди сюда. Да. Это я. Забрали всю наличность, 30 тысяч рублей. Смущала одна деталь. Сейф в Кировской области взломали медвежатники. Воры-специалисты по сейфовым замкам. Видишь, я. А Фурман это... Бежит. Телек завис. И вскрывал явный дилетант, но с дубликатом ключа. Скорее всего, действовали разные преступники. А это ты. И ты достанешь мне из-под земли кучу трюфелей. Ты меня понял? Ну да, трюфеля из-под земли достаются. Молодец. И вообще, в последнее время ты ведешь себя настолько по-свински, что мне аж противно. Винни! Винни! Да, мой мальчик. Чего вы товар отжали? Я тут ни при чем. Свиная ты рулька. Заяц, продолжай. Помоги вернуть. Возьми их за соты. Винни нас так уважать перестанут. Ну, может, мы ему поможем? Холодец ты ходячий. Ты лично поможешь зайцу. Ты меня понял? Винни, тут без тебя никак. Все, что заберем, поделим. Зуб даю. Ну, слушай, у тебя их и так два осталось. Ты лучше не рискуй. Винни, между прочим, коллекционер. Да. Пятачок такие четкие бивни подогнал. Я просто пошутил, что перед зимой лучше лапу помыть. Ну хорошо, папочка вам покажет, как нужно дела воротить. Но есть один момент. Я не могу пойти с вами, у меня аллергия на пчел. Заяц, да ты не заяц, ты крыса. Винни, прости, но здоровье дороже. Ну и как мы это делать будем? Не переживай, у меня есть план. Я придумал его 5 минут назад. Вот ящик, там есть оружие. Возьмем ружье? Нет, ружье на кабана. Эх, бедный мой дядя. Может, копье? Копье — это на мамонтов. Кстати, давненько я их не видал. Точно, осы, осы, нужна мухобойка. Пятачок, ты же умеешь пользоваться мухобойкой? Ну да, я чемпион по мухобойному бою. Слушай, а что это такое? А это ослика. Залог. Отдаст кредит, вернем. Да, зубов у него уже нету. Слушай, Винни, тут еще шарик есть и горшок. Что мы с ними будем делать? Подай мне это. Видишь? Входит и выходит. Входит и выходит. Но сейчас не об этом. Сейчас мне нужно собрать команду из старых друзей. Алло, сова, подлетай. Есть дело. На улей идем. Нет, я больше таким не занимаюсь. Сова, ну ты же мудрая женщина. Ты должна сделать правильный выбор. Не в твоем возрасте ломаться. Я в деле. Так, один есть. Алло, ослик, подваливай, есть дело. Мой психотерапевт запретил мне заниматься такими делами. Но ты же еще даже не знаешь, что за дело. Да у тебя все время то аферы, то МММ, то лес, то стройки, то застройки. А, и ковид-сертификаты я больше подделывать не буду. Ослик, давай подлетай. На месте все расскажу. Я скоро буду. Скоро они придут. Ну, отлично. О, вот и они. А это что за маза фрейрок? Сова, ну мы же в сказке. Добрый молодец. Что за беда грустинушка с тобой-то приключилась? А ты шаришь. Кстати, ослик, а что у тебя с настроением? Мой психотерапевт поставил мне диагноз – депрессия и прописал антидепрессанты. Вау, круто! А какую дозу? Летальную. 2 таблетки и чувствуешь себя как в самолете.
Легкость и дух захватывает. Нет, спина болит, в ушах закладывает. И какая-то женщина все время просит пристегнуть ремни. Так, хватит об этом. Мы собрались на очень серьезное дело. И я, как мудрая женщина, решила узнать заранее план здания. О, отлично. Вот, короткий путь, видите? Нет, давайте, может, от пчелы до меда? А давайте лучше наоборот, от меда до пчелы. Давайте напролом. Эй, ослик, ты сегодня свои таблетки принимал или нет? Нет. Ну, оно и видно. Ну, ребята, ну вот же дорога. Идемте. Отлично, ну полетели. Работать. Я уже столько меда сделала. Блин, их надо как-то отвлечь. У меня есть план. Внимание! На часах 18.00. Рабочая смена окончена. Ого, первый раз за полгода такой перерыв. О, что за праздник сегодня? Может, день рождения матки? Да нет, мы же вроде не скидывались, да и до Дня пчелы еще далеко. Ой, ну и не важно. Полетели пока можно. Где же этот мед, а? Как вкусно. Ослик, ну что ты делаешь? У меня вообще-то сегодня день рождения. А, ну ладно, тогда можно. Опа, шухер, нас засекли. А что тут происходит? Ты это, жало лучше опусти. Вас взяли с поличным. Ну ты так не горячись, оно же у тебя только одно. Да-да, только одно. Один раз как бы нет, но в твоем случае да. Помните, у вас тут Васька одноразовый работал. А почему одноразовый? А он один раз ужалил, и все. Ого, а я думала, это миф. А как он умер? Так он шел, жалом за ветку зацепился, и все. Да-да, дерево тогда еще срок мотало за убийство Васьки. Так что вы это, лучше валите. И мы валим. Ну чё, пчёл походу ограбили. Реально? Реально, даже следов не оставили. Серьёзно? Как ты думаешь, кто бы это мог бы быть? Ну, даже не знаю. Ну смотри, медвежий мех, следы от когтей, отпечаток рыла. Может, медведосвин? Ещё варианты. Свиномед? Ну да, идём искать свиномеда, да? Yes! Я так и знала. Как тебя вообще на работу взяли? А что? Да медведи мед украли. А я думала, сова. Ладно, пойдем проведаем медведей. Давно такого не было. Пацаны, мы красавчики. С меня пятюни. Алло, заяц, товар у нас. Подваливай. Дверь открыта. Сейчас заяц должен прийти. Слышите, кажется, кто-то возле двери тусит. Я сейчас пойду открою. Заяц же знает, что дверь открыта. Точно, у нас же нет двери. Там, кстати, осы. Вот вам и ИА. Пухлый, где мед? Как где? В улье! Давай я хороший, а ты плохой. Так, Винни, я знаю, что это ты украл мед. Беги, пока лихавые не нагрянули. Беги, беги. И эту с собой забери, будь добр. Одноразовым это уже проходили, идите отсюда, вам это не выгодно. Вы про пчел, а мы осы. А в чем разница-то? Ну, они желтые, в черную полоску, а мы... А мы менты. Идея с побегом мне нравится все больше. Ты про что? Да так, ни о чем. Пойди проверь, чтобы машину не угнали. Уважайте, крылья есть. Да, ей не дали летную справку, не сдала практику.
вы ничего не докажете. У нас нет меда. Блин, вот это удобные подкрадулечки си купил. Сейчас медик заберу и по педалям. Винни, сколько меда? Так я чайник не выключил. Ну все, вы влипли, и вам не отмазаться. И куда мы, в тюрьму? Я не хочу в тюрьму, мне нельзя в тюрьму. Да не парься ты, сейчас пока суд-то дело, потом в лес дрова рубить, там трехразовое питание, спишь сколько хочешь. И надолго этот курорт? Ну, лет на 10 точно. Значит, пожизненно. Лапы за спину. У меня копыта. Понял. Куда идем мы с пятачком? Не такой уж и большой секрет. Заяц, а ты зачем медведя сдал? Просто кто-то слишком много ест. 60% от моего бизнеса захотел. Еще и зубы грозился забрать. Не, ну ты не заяц. Ты крыса. Крыса не крыса, но я понимаю, что желания должны соответствовать возможностям.